Голосование началось 25 июня. Жители городского округа Щелково могут высказать свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В 8 часов утра открылись все избирательные участки на территории округа. На всех обеспечены меры санитарной безопасности. Голосование проходит немножко в необычной обстановке. Мы видим сотрудников избирательной комиссии в защитных охранах и халатах. Но это не мешает волеизъявлению. Мы сейчас находимся на участке 33-81. Здесь голосуют жители, проживающие по улице Неделина. Есть первые проголосовавшие. Да, я чувствую свой долг принять участие в этих выборах. А так рано, потому что я сейчас уезжаю на дачу, так сказать, в изоляцию. Вот, и чтобы потом лишний раз не приезжать. Меры безопасности вас нисколько не смущают? Нет, абсолютно. Все нормально, я считаю, так и должно быть. Я пришел, чтобы отдать свой голос за основной документ государства, за изменения в Конституции. Встретили, показали, рассказали, все отлично. Надо отголосовать, выполнить свой долг и дальше работать. Я вот уезжаю и потому заранее пришел. Очень удобно, что сделали на несколько дней, нет толчии в связи с коронавирусом. У меня перчаток не было, только маска. Мне выдали все, вот, даже ручку, все моя, которую я... Так сказать, никто не будет пользоваться. Все предусмотрено. Участок располагается в 10-й школе в Щелково 7. За ним закреплены более 1000 избирателей. 13 прикрепились накануне от других территорий. Всего помещений для голосования в школе 4. На каждом сотрудники комиссии проводят термометрии людей, пришедших на голосование, проверяют у них маски, обрабатывают руки антисептиком, выдают одноразовые ручки для заполнения бюллетеня. На полу, в коридорах и самих помещениях наклеены указатели, разграничивающие людские потоки. Кабинки для голосования на этот раз без шторок. Это еще одно санитарное требование. За ходом голосования следят общественные наблюдатели. Порядок на участках обеспечивают сотрудники полиции. Все меры по обеспечению санитарного благополучия населения соблюдены. На входе у нас коврик, организован температурный режим. То есть на входе мы измеряем температуру и даем свои рекомендации. Уборка ежечасно происходит. Посмотрите, пожалуйста, у нас дезинфицирующие средства. Избиратель присаживается на стульчик, достает паспорт и показывает. В руки мы паспорт не берем. Все со слов избирателя, бесконтактный способ. Да, в этом году. Впервые участки для голосования будут работать 7 дней подряд. С 25 по 29 июня с 8 утра до 8 вечера. Перед общероссийским днем голосования 30 июня по укороченному графику с 8 до 15 часов. 1 июля отдать свой голос можно будет как в обычные дни голосования. С 8 утра до 8 вечера. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.